У памятника великому казахскому поэту Мукагали Макатаеву собрались многочисленные почитатели его творчества. Известному лирику сегодня исполнилось бы 87 лет. Студенты по традиции прочитали стихи из богатой коллекции шедевров классика. Присутствие покоя на земле подобно сну младенца в тишине. Ты, пробудившись, сына не тревожь, пусть он еще понежится во сне. Стихи Мукагали Макатаева любимы народом. Приятно, что молодежь чаще приобщается к творчеству гениального поэта. В произведениях Макатаева воспевается свобода, добро, любовь к народу, родине. Его стихи также актуальны сегодня, как и полвека назад. За свою недолгую творческую жизнь Мукагали Макатаев написал более 1000 стихотворений. Поэтические сборники вошли в золотой фонд казахской поэзии. А нежные лирические строки положены на музыку и звучат в песнях. Частью творческого наследия Макатаева стали переводы произведений английских, итальянских и русских поэтов.